Ну, вы как знаете, с 15 октября проходит всероссийская перепись населения. Вы могли бы мне уделить время, чтобы ответить на вопросы? Могу. Перепись в небольших населенных пунктах, как правило, проходит быстрее и легче. В небольшом Демянске все друг друга знают, а значит и охотно идут на контакт. Больше половины жителей района уже ответили на необходимые вопросы. В основном это очное участие и работа переписчиков, ведь большинство анкетируемых – люди пенсионного возраста. И без интересных, и даже наболевших реплик не обходится. Пенсионеры, когда спрашиваешь источник средств к существованию, как бы говорят «пенсия», а вы как бы напишите, чтобы добавили. Ну, вот такое вот. Вопросы касаются возраста, состава семьи, занятости, владения языками. Спросят и про источники дохода, без указания сумм. И целый блок про жилищные условия. Никаких документов предъявлять не нужно. Все данные поступают в центры обработки информации в обезличенном виде. Впрочем, желающие могут пройти перепись, не дожидаясь специалиста, через портал госуслуг со стационарного компьютера.